Это канал Benzo Trash, и мы продолжаем делать наши видеообзоры бензоэлектроинструмента. Не забывайте подписываться и ставить лайки. И сегодня мы с вами будем рассматривать сетевой шуруповерт дрель от фирмы Ижмаш, линейка Профи, модель нашего шуруповерта DS-1150. На мой взгляд, это очень интересный и хороший шуруповерт. Идет он у нас в плотной упаковке. Такая яркая упаковка, хорошо поработали над дизайном, то есть очень удачная для продавцов. Такой инструмент приятно продавать, когда он идет в хорошей упаковке. Так, ну что ж, какая у нас мощность? Обещают нам вот на коробке сразу от названия, вы можете сделать вывод, что мощность наша 1150 ватт, а число оборотов от 0 до 850. Ну, я вам скажу, что с мощностью, наверное, явно перебрали. Думаю, хоть бы 900 было, но в основном, основные параметры давайте узнаем, открываем, смотрим и узнаем его технические характеристики. Кстати, идет у нас он в оригинале в такой пленочке, обратите на это внимание. Вот, давайте ее сорвем и откроем, посмотрим, что же у нас находится внутри. Так, открываем. Так, вот так. Открыли. Так, здесь у нас внутри находится сам шуруповерт. Давайте я его достану. Вот такой. Красавчик. Отодвину нашу коробочку. Также здесь у нас есть инструкция. Вот наша инструкция. И щетки. Гарантийный талон и щеточки. Очень все хорошо. Смотрите, сколько моделей. Вот у наших сетевиков. Обратите на это внимание. Так, ну что ж, давайте теперь приступим к рассмотрению самого нашего сетевика. Вес нашего сетевика 1,5 килограмма. В руке не чувствуется этот вес. Вот. Могу вам сразу сказать, что приемлемый вес. Ручки у нас прорезинены практически полностью. Вот. Видите, сверху она прорезиненная вся. Наш кабель 2 метра, силиконовый, но такой хороший, плотный, могу вам сказать. Так, что у нас дальше? Мощность сетевика. Ну, как я уже сказал, на упаковке написано, что 1150 ватт. Не знаю, верить этому или нет, сами делайте свой выбор. Но... обороты, я думаю, здесь стоит доверять. От 0 до 850, так оно и есть. Наша кнопочка. Кнопочка у нас усиленная, очень качественная, 5-амперная. Здесь идет реверс закрытого типа. Вот, влево-вправо. Легко нажимается. Также у нас есть наша кнопка фиксатора. То есть я вот нажимаю и буквально... одно касание и зафиксирована наша клавиша. Видите, все очень просто. При нажатии на нашу кнопку, с какой силой вы жмете, с такой силой и набирает обороты наш шуруповерт. Очень хорошо. Что ж, давайте, наверное, я его включу в розеточку и мы посмотрим, как все это выглядит. Так, 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 открываем. Подключили наш шуруповерт, и сразу что мы видим, это фонарик загорелся. Очень удобное новшество. Скажу честно, я думаю, всем пригодится, особенно для людей, которые работают не только дома, а и собираются использовать этот шуруповерт для профессиональной деятельности. Так, ну что ж, у нас здесь, давайте я его все-таки включу, надо же посмотреть, как он гудит. Звук хороший. У нас шуруповерт с усиленным редуктором. Так, давайте посмотрим, сколько у нас здесь режимов усилия. От 1 вот, до... проворачиваем. 19. И также 19, видите? И также режим сверления у нас есть. Не забываем, что у нас сетевой шуруповерт дрель. Можем пользоваться им как дрелью, особенно сейчас,
кризисные времена. Также у нас есть, видите, щеткодержатели здесь. Обратите внимание, с двух сторон. Очень легко и просто добраться до них, до щеточек наших. Патрон наш полуметаллический, до 10 мм. Такой вот. Сейчас, в принципе, почти на всех шуруповертах ставят такие патроны. Очень удобно, не прокручивается он в руках. Так, что еще я могу вам сказать по нашему шуруповерту? В плане качества выполнен очень достойно. Вот если вы обратили внимание, обшит он резиной. Видите, стыков особых пластмассы нет. Ну, то есть очень приемлемый шуруповерт. Я думаю, он у вас хорошо послужит. Ну что ж, давайте положу. Хороший, надежный шуруповерт от фирмы Ижмаш. Модель DS1150. Приобретайте, я думаю, вы останетесь довольны. А с вами был канал BenzoTrash. Подписывайтесь, ставьте лайки. А мы будем продолжать делать наши видеообзоры для вас. Удачи и до новых встреч!